зовут Карина Мухутдинова, я художник-оформитель, провокационный художник в городе Сургуте. Родилась в Сургуте саму, но корни у меня есть, так как у меня папа татарин с Казани, мама гречанка с Донецкой области, города Донецка, поселок городского типа Старобешево, греческого поселка. Так что у меня все смешано, и хохлушка, и что хочешь. Детство у меня было очень, ну, как сказать, и легким, и тяжелым. Много чего пережили, потому что родители рано развелись, и приходилось уже рано и работать, чего-то добиваться. Училась в 18-й школе в городе Сургуте. Ну, я не скажу, что я была закрытым подростком. Ребенком я со всеми общалась в классе, но я при этом боялась заводить какие-то дружеские отношения, потому что как-то опасаясь, это была какая-то детская травма, может быть, я не знаю. Но я со всеми общалась, я выделялась очень сильно в классе, потому что я участвовала очень много в Сургуте в разных городских конкурсах. Я выбивалась сразу на первое место. Это в плане стихи читала. Ну, я очень творческая. По жизни всегда была я. И рисовала всегда, и танцевала, но пошла по дороге по рисованию живописи. Но в 16 лет я захотела уехать в Сургут, потому что здесь я чувствовала себя очень душевно одиноко, как-то уже мне не очень было в Сургуте. Но я не знаю, кто-то любит Сургут очень сильно, что родились здесь, это родина, я не знаю, мать. Но мне здесь не хватало что-то, каких-то теплых ощущений. И я уехала в Донецк до бабушки жить. Сначала хотела поступить в Ростов. До 9 класса доучилась я. Просила маму, стояла на коленях, что пожалуйста, дай я уеду, я хочу уехать, добиться чего-то дальше. Мама не хотела отпускать, но она отпустила. Приехали в Ростов, но я не успела на дизайн поступить, и мне там предложили научись пока рисовать. Вот поступи на художника, место есть. Ну, я потом подумала, почему бы в Донецк не переехать? Там бабушка, там есть и покушать, не бедный художник, не бедный студент, и есть где жить, и друзья какие-то. Ну, я забрала документы с Ростова, переехала в Донецк, и тут началась самая интересная история в Донецке за 5 лет, которые я там прожила. Самое путешествие, это было все уже до войны. И Донецк очень классный город. Для меня казался это второй Питер. Там столько творческих людей, столько возможностей было. Такие яркие события, недалеко от моря все как-то вот такое. Солнце яркое, небо чистое, цветочки. Но когда ты там один, ты как эмигрант уже в училище, где я училась, я поступила уже в Донецкое художественное училище. Меня, ну, я сейчас отойду от темы, меня учил московский старый художник, авангардист. Ему спасибо, Сан Санычу. И он до сих пор жив. Жалко, он это не увидит, не посмотрит. Много чему научили, очень старая школа в плане живописи. Здесь такого нас не научат. И была и скульптура, и много всяких техник. И как бы это было для меня это было очень все интересно, познавательно. Я поняла, что это моя жизнь, я хочу двигаться дальше как художник.
Но когда уже мне, ну, узнали, что я из Сургута в Донецке, мне сказали так: будешь хорошо учиться, и стипендия будет хорошая. Но не дали. Потому что эмигранты, они думают, денег много, надо потрудись чуть-чуть. Но это не так было. И было, конечно, с этим тяжело. И надо было это пережить. И там я спустилась чуть-чуть вниз насчет учебы. То есть я в школе, я хорошо училась. Ну, у меня только по математике плохо было. Я думаю, это у всех так. А там уже получается так, что начали ломать по полной. И я это очень долго переживала. А когда уже оказалась в Донецке на улице, уже приходилось только на себя надеяться очень, потому что уже было тяжело очень, когда с семьей, кому я переехала, получается, там жить, они подумали, что с какой-то я приехала нуждой туда, и они хотели меня как бы убрать. В Донецке оказалась я одна и начала как бы выживать 2 года. Но заболела очень сильно, болела. Что только не было, и безденежье было, и учебу уже не ходила. Все, но я выбралась из этого, выбралась потихоньку. И когда я уехала оттуда, то есть были хорошие моменты, были плохие, как-то были хорошие люди, которые помогали, забрали с улицы, накормили, напоили, спасибо им большое. Я их уже 8 лет не видела, жалко, но мы держим отношения очень хорошие. Я когда уже уехала, через уже месяц разбомбили аэропорт, и началась война. То есть Бог отвел как бы вот так вот. Я приехала уже в Сургут и со своим европейским дипломом пошла работать здесь, преподавать за 10 тысяч. Работала так 2 года. И, в общем, я потом решила, что надо что-то делать, надо о себе заявить. И начала делать какие-то выставки, на 2 работах работать, и, чтобы сделать какой-то проект, интересный проект, чтобы это было впервые в Сургуте, чтобы это что-то было интересно всем. Потому что я посмотрела, как у нас многие себя пропагандируют, а я хотела совсем по-другому заявить о себе. Но у меня получилось. Получилось очень хорошо. Теперь прошло мне 7 выставок в Сургуте. У меня много работ в Сургуте оформила, заведений. Много кто знает, сильно нашумело, хорошо. И как бы горжусь тем, что вот этот был тяжелый, нелегкий путь, но он стоит того. Конечно, он дальше продолжается, потому что хочется уже больше, масштабнее брать уже в Москву уже, даже вот так. Думаю, что это все получится, потому что ну, у меня огромные цели, как бы возможности, пока молодой, семьи нет. Нет, у нас в Сургуте есть очень много интересных мест. Есть очень, где можно вдохновиться, чем можно вдохновиться. Это надо уметь там книжки даже читать, куда-то ходить, с людьми общаться. Но порой бывает этого очень мало. Когда ты в душе очень огромный человек, которого хочется много чего поглотить, оно тебе мало, и оно угнетает. Дальше. У нас таких много людей, которые уехали отсюда и много чего добились в другом городе или там в стране и так далее. Вот. И мне вот этого тоже не хватает. Кто-то здесь остался, кого-то это устраивает, потому что он в душе чувствует, что вот я компактный, мне это все как бы хорошо здесь. А мне вот всего мало. Как бы я хочу больше каких-то знакомств, потому что мне новые люди дают какую-то энергетику
То есть я вдохновляюсь этим на новые какие-то интересные работы, проекты и так далее. Да и связи нужны всегда для художника, как-никак. То есть это и музыканты, и режиссеры, и, то есть тоже такие же творческие люди. Раньше очень осуждали, очень раньше обижали, еще с времен Донецка. То есть я когда пришла, даже я помню, когда я поступала только, все такие молодцы, рисуют академический рисунок, самый лучший, все. Я пришла, у меня не было белой краски, у меня была только черная, ну какие-то темные тона. И мне нужно было поступать и очень круто нарисовать на конкурс натюрморт. Я нарисовала его черным, просто черным. Я выделилась от всех, потому что я внутри себя чувствовала не очень. И я поняла, что я эмоциональный очень человек, но это то, что я выделилась, кому-то это понравилось, то, что этим черным цветом я передала ощущение какое-то, и они во мне какой-то потенциал увидели. И меня с него вытаскивали, как бы то, что давай больше работы, лучше, ну, тебе есть эта изюминка, которая вот это выделяет тебя из всех. Вот так вот. Вот мой старый преподаватель, художник, с меня это все и вытаскивал. Осуждали, да ты дилетант, не умеешь рисовать. Приехала сюда, первая тоже работа, которая оформляла, все говорили, не умеет рисовать, не понимали этого, говорили то, что зачем вообще училась на этого художника. Порой мама даже бывает осуждала этим, просто, ну, эмоционально меня это убивало. Вот. Но когда я уже больше добилась, они увидели то, что меня уже зовут другие люди, я интересна, они говорили, о, я ее знаю, я хочу с ней общаться и там еще что-то, ну, такого плана. И потом больше начали поддерживать. Делай, в тебе это есть. Сейчас на данный момент нет осуждений. То есть я вот этот период уже пережила, сейчас больше как бы мне помогают. Есть люди, которые попадаются на пути, которые больше поддерживают и видят это, то, что ты можешь намного лучше взлететь. И это классно. Как бы так. Я человек чувствительный. Я, когда у меня заказывают заказ, например, нарисовать человека, портрет или что-то еще, я бывает чувствую, какой сам человек. И у меня бывает там тяжелый или там легкий на подъем, как картина сама идет. У меня какое-то есть такое шестое чувство, не знаю, как-то развитое. Я сразу с человеком, когда сначала пообщаюсь, мне сначала пообщаться надо, я когда к холсту подхожу, и у меня бывает то, что как она идет, эта работа, я могу ее затягивать. Стоит холст уже. Мне надо, например, через 2 недели отдать заказ, а он у меня стоит, потому что я не вижу там, ну, как бы такого плана, с чего начать. А бывает оно само как-то легко идет. У всех по-разному. Все художники работают по-разному. И я говорю, я вот очень... Почему я экспрессионизмом рисую? Потому что я на эмоциях больше эмоциональный и чувствительный человек. Такой художник-романтик, да, могу так сказать. И это бывает такое... С трудом мне приходит то, что когда я человека рисую. Бывает, я какой-то заказ не беру. Если я вижу, что человек не очень хороший, я могу не взять его даже такого. Меня питают больше люди, потому что у меня, ну, бывает порой хочется любви, чтобы питали. Любовь, она не только зависит от пар, да, там, от мужчины, но любовь бывает там от девушки, то есть подруга, там, ребенок. Я преподавала в садиках, мне
очень питали дети, мне нравилось с ними общаться, потому что я сама как ребенок была. И мы как будто на одной волне. И я приходила с каким-то наслаждением домой, я хотела работать, им преподавать, то что-то большее давать, такого плана. А бывало то, что я прихожу, какой-то заказчик меня потом убивал, приходило что-то доказывать, кто-то кидал, то еще что-то, и меня это угнетало, я могу прям идти в себя. Ну, такое какое-то эмоциональное. То, что надо абстрагироваться от этого, а я не умела, тогда не понимала. То, что у меня только начинался этот творческий путь. После нашумевшей выставки «Табу» захотелось отойти чуть-чуть от обнаженки уже, но при этом какого-то хайпа я еще не хочу отходить. И в Сургуте на данный момент уже все. Я уезжаю скоро в Москву. Это уже будет продолжаться там. Вот. Здесь, в Сургуте, все хотят опять от меня какого-то проекта, потому что последняя выставка «Табу», она дала такие невероятные ощущения, эмоции. Где ты собрал 250 человек, я сама это ощутила, ты сам это сделал, и как бы это было круто. Хотелось опять это все пережить, но на данный момент пока здесь некоторые люди не могут это принять, и я как-то отошла. Но проект он есть в голове, уже материалы собраны, уже дальше будет только уже в другом городе. Вот так вот. Ну, посмотрим уже в дальнейшем, как насчет Сургута. Буду как-то приезжать, конечно. Но я даже не знаю, как сказать. Пока я хочу зарядиться в другом месте уже новыми эмоциями. И надо приехать, ну, чуть перезагрузиться.